Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 99. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 19 марта 2016 года. Ну и считайте, тут эпиграф под кругом измена, трусость, обман. И просьба самим на наш форум заходить и заносить свои материалы. Тут ответ легче получить. А то переносят мне через кого-то. Вот. Ну и дальше объявление. Чтобы ролики помогли мне, на какой минуте что говорится. Вот. Просчитайте, тормозните. Ну и дальше. И дальше у нас идет объявление на нашем сайте. Вот это вот перевести надо в эти системы. Трудно считать. На сайте там видео, аудио. Вот она сайт такой, во свете Библии. Ну и про занятия тоже можете посмотреть или позвонить. Дальше считаем. Александр Макаров. Александр, и с календарем нас тоже обманули. Завтра 20 марта. Равноденствие. Весеннее равноденствие. Начало творения. Вот. Весеннее равноденствие. Вот он говорить будет неправильно. Начало творения. С чего оно, начало творения? Это откуда взято? Вот уже все это натяжка, говорит, за уши. Адам был сотворен на шестой день творения. Так. Второй Адам, Богочеловек Иисус Христос, воплотился в тот же день, что был сотворен Адам. Откуда известно это? Воплотился, нигде не известно. Эти вот уже второй посыл совершенно, ну, выдуманный. Ничего этого нет. Это называется День Благовещения. Это значит, да, если равноденствие завтра, и это 20 марта, то шестой день это 25 марта. То есть Благовещение на месте в соответствии со старым юлианским календарем. Это значит. Как раз это ничего и не значит, потому что впереди-то два ложных посыла было. А раз ложные посылы, то остальное уже все ничего не значит. Все остальное на хлипком основании. А для тех, у кого 7 марта равноденствие, у тех Благовещение должно быть 12 марта по ихнему новоюлианскому календарю. Согласны? Как это 7 марта? По-новому как раз 21 марта это и есть равноденствие. И день равен ночи. Опять выдумка не сходится. Согласны? Конечно нет. Это выдумка. Вы думаете, я поспорить хочу на эту тему? Нет. Я информирую об этом тех, кто может быть не в курсе. Потому что, как и я об этом раньше не задумывался. Ну да. Единственное... А теперь задумался, а ничего нету. Единственная верная позиция христианина по пасхальному канону. Пасхальный канон, установленный святыми отцами Первого Вселенского Собора в Никее. Первое. Пасха Христова празднуется в первый недельный день, воскресенье, после первого полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Видите, сколько здесь надо? По порядку только сначала было. Сначала равноденствие, от нее после равноденствия, это надо хотя бы, не Христос распят был полнолуние и равноденствие, действительно, это Нисан, а Авив месяц этот называется, 14 дней пребывает, луна 14 убывает. Полнолуние. А после полнолуния в первые дни нет. Если полнолуние попадает на субботу, еще пропускается неделя. Чтобы 3 дня было. Христос пятницу распят. И все эти условия Пасху качают. Второе. Собор запретил праздновать одновременно с жидовским Песохом. В этом случае Пасха Христова переносится на следующий день недельный. Аминь. Я и сам себе аминь сказал. Дальше что? Никаких других православных пасхальных канонов не существует. Все, что противоречит канону или искажает канон, от лукавого. И потому не заслуживает ни внимания, ни обсуждения. Ну, как сразу, все это от лукавого. Оттуда знать. То есть, как будто бы секретарь у лукавого где-то служит. Это интересно. Пасха, ну, греки все остальные по новому стилю. И что? Что, звезда за звезду сцепилась там или как? Ну это все так придумали, это ни на чем не основано. Спасение никакого, даже миллионы доли процента нет, чтобы на спасение это влияло. С евреями нельзя вместе праздновать. Евреи в Израиле, а я в Барнауле. Ну и почему? Ну канон говорит, ну пасхалию высчитали, по ней ведем. 532 года цикл и возвращается опять 532 года, еще 532. Дальше. В случае с нынешней Пасхой, послезавтра 20 марта, весеннее равноденствие, 23 марта, полнолуние. Вот.
А надо 14 дней, чтобы до полнолуния было. И что дальше? 27 марта, воскресенье Христово. То есть она попадает куда? 23-го, полнолуния нету. 20, если бы оно раньше было. То надо еще отмахнуть полнолуние следующее. Тогда вон куда уже прыгнет-то. Напоминаю, что по правилам святых отец, тем, кто постится на Светлой Седмице, анафема. Так, постится на Светлой Седмице, анафема. Как это просто все. Ну не постится, сказали ему, он постится. Еще, может быть, не может там решить. И главное, анафема. Отвержение от жертвы Христовой, от смерти. Так это легко, как будто бы на улице вышел где-то, запнулся и анафему. Никакой анафемы там нету дальше. В этом и заключается мотивация дьявола в обмане. Как дьявол, какая мотивация, что Христос умер за человека. И теперь нигде не списано, ни одного намека нет о том, чтобы Христос сказал, что от того, в какой день ты будешь Пасху праздновать, зависит твое спасение. Да смешно даже. Это совершенно не от Духа Божия. И что дальше? Предупрежден, значит вооружен. Игнатий Тихонович, что скажете на эти доказательства Стерлигова? Это я знаю откуда-то, Стерлигов это. Это разрушитель. У него ничего, никакой веры нету, ничего. Это он разно придумывает, смуту раскачивает. А вы уже туда клюнули, полезли к нему. Он никого не признает. Вся еретическая до одного человека. Московская патриархия, старообрядцы, зарубежные. Нет нигде никого, только он один, еще где-то есть епископ, про которого только никто не знает где. Ну что-то непонятно-то. Я отношусь к нему, в принципе, с нейтральной позиции. Но тут вроде все верно. Если неверно, то что? Все неверно, с самого начала я показал. А если неверно, то что? Очень важный вопрос. Прошу вас, ответьте подробнее Христа ради. Ну, я не стал бы отвечать, но Христа ради отвечаю. Вот где красное, снова повторяю, где начало творения. Откуда взяли весеннее равноденствие? Начало творения. Какое? Ну и дальше. Вилли Олсен, США. Вики Олсен. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. К евреям 9.22. Должны ли по этому примеру и люди не прощать друг друга без того, чтобы пролить кровь? Вот это такой вин сделал, мне даже смешно стало. Люди, это в жертву приносили. Человек повинен в смерти за грех, за него животное приносили в жертву. Теперь Христос умер, а люди должны убивать. Тут отвечать нечего, только посмеяться. Дальше. Вики Олсен. Игнатий Тихонович, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Бога за его дар благодати, излитый на вас в обильной мере. Да. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Вот, Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед и на врагов моих посмотрело око мое. Да хранит вас Господь на этот день в крепкой руке своей. Ну вот мы это ответили, что слава Богу, что это понятно. Он не свое, а где-то берет, вставляет. Это и хорошо, что не мертвый человек. Юрий Соболев. Мир, Игнатий Тихонович, вам и братьям. Читая Златоуст, я не могу взять в толк, как разрешить эту антиномию или ее нет. С одной стороны, святитель Иоанн заграждает уста мирян по отношению к священнику, каким бы беззаконным он ни был, призывая к послушанию. В другом месте призывают порицать даже епископа за неимение ряда добродетелей. Как это совместить и понять? Разъясните, пожалуйста, тексты объемные, но насколько смог сократил. Тимофею, 2 послание апостола Павла, 1.2. Кто благоговеет перед священником, тот тем более будет благоговеть перед Богом. Хотя бы священник был нечестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к нему почитаешь даже недостойного чести, сам воздаст тебе награду. Недостойной чести, а чего неизвестно еще? Дальше говорит. Если кто принимает пророка в имя пророка, как говорит Господь, получит награду пророка. Ну да. То, конечно, получит награду и тот, кто уважает священника, как слушается его и повинуется ему. Ну что, дальше? Если в деле странное преимущество, когда ты не знаешь, кого принимаешь к себе, ты получаешь такую награду, то тем более получишь, когда будешь повиноваться тому, кому повиноваться повелевает Господь. Тут, как принимаешь, кого не знаешь, ты по незнанию принял, а тут-то ты знаешь. Ну, как ему честь оказывать, когда он в луже грязной лежит? Или ты узнал, что он член партии, сотрудник КГБ? Это же большая разница. Он говорит, ты не знаешь. Дальше. На Моисеевом седалище, сказал он, сели книжники и фарисеи. То есть сами сели, их никто не сажал туда. Залезли в семинарию.
Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Но сегодня он не говорит так, как надо. Он Библию в руках не держал, не знает-то. А эти-то знали. Тут не подходит. Насильно туда не загонишь. Что он говорит как раз не то. Они фетиш один только прославляют. То рука, то пояс Богородицы, то мощи, то палец, то... Связались с торгашами, с греками, у которых ничего нет. Поберушки. Табакуры. И вот от них везут сюда... Все, кладбище везут уже. Разве ты не знаешь, что такое священник? Он ангел Господа. Разве свое говорит он? Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. То есть речь идет, разве говорит он свое? Он вообще не говорит ничего. Отмахал, лишь бы, говорит, кадила в руках ходила. И больше ничего нету. Речь идет о другом совсем. Разве свое говорит? Ну, вот говорит, за это его посчитай, если он говорит. А он не говорит. То есть в эту страху нельзя сегодня даже загнать человека. Но дальше. скажешь, священник не подает бедным и нехорошо управляет делами. О, не подает, какое мне дело подает, не подает. Вот за что они придирались и не посчитали. А мне нужды нет, тут говорят, у патриарха там миллиарды уже этих долларов, табак торговал. Мне нужды нет, я подойду, благословлюсь. Я его посчитаю по первому классу. Меня это не касается, богато это его дело. Ну и что? Откуда тебе это известно? Да. Прежде, нежели узнаешь достоверно, не порицай. Вот о чем. То есть люди, которые не знают достоверно, а слышали. Вот мне один пишет. У нас сказали, что поп гомосексуалист. Ходить или нет? Вот ты знаешь это? Говорится, за ноги держал его? Нет. Ну а что тогда ты это говоришь-то? Ну, должны быть доказательства. Так клеветали, много клевещут, тем более на священника. Не верю этому. Я вообще не верю этому. Бойся ответственности. Многое осуждают по подозрению. Да по подозрению. Он об этом и говорит. Как осуждать-то? Ты не знаешь даже явно-то. А когда явно будет, тогда говорит, обличай. Подражай твоему владыке. Послушай, что он говорит. Сойду и посмотрю, точно ли не поступает так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. Бытие. Если даже ты узнал, исследовал и видел, и тогда ожидай судью. Не предвосхищай себе право Христова. Ему принадлежит право судить, а не тебе. Ты последний раб, а не господин. Ты овца. Не суди же пастыря, чтобы тебе не быть наказану и за то, в чем обвиняешь его. Ну хорошо, это сказал Златоуст. Зачем раньше времени судить? Не надо. А которые сидят там в клобучках, дедушки-то, они судят. Этому анафема, Льву Толстому, а этому... Святцы запишем его. Судят-то, за Бога сели-то. Это не прелесть, не гордыня. А мирянин-то он этого не может ни канонизировать, ни проклинать. А это на каком уровне, анафеме предать. Да. Это никакой роли не играет, оно не действительно. Ты придешь анафеме, а Бог благословляет. И сколько раз это было? Ну как же скажешь, мне он говорит, а сам не делает. Вот о чем речь-то идет. Мне он говорит, не пей, а я вижу, он выпил, ну и что? Он говорит, они делают. Говорит, давайте в бедности жить, патриарх призывает. А самого там охраняют 50 человек только. И надписи, Кирюша совсем не верит в Бога. И вокруг стоят телохранители, везде говорится. Не сам он говорит тебе. Если ты повинуешься только ему, то не получишь награды. Тебе заповедует Христос. То есть, когда заповедует Христос, вот это видеть, то тут повиновение. Не будем же судить чужие дела, а каждый свои, исследуй собственную жизнь. Правильно. Но скажешь, священник должен быть лучше меня. Почему? Потому что он священник. Чего же он имеет более, нежели ты? Трудов ли, опасностей, забот или скорбей? Чем же он не лучше тебя, имея все это? Но если он и не лучше тебя, то для чего тебе, скажи мне, нужно губить себя самого? Слова твои происходят от гордости. Откуда ты знаешь, что он не лучше тебя? Он, скажешь, ворует и святотатствует. Откуда человек, ты знаешь это? Откуда знаешь? Не знает-то. Допустим, я священнику говорю, а почему не крестите в полное погружение-то? Я его как осудил, когда каноны говорят, он нарушает, он волк. Волчара залез туда. Он губит людей. Подряд всех причащает, никакой эпитимии нету. Я написал, вот смотрите, каноны, которые есть, он попирает. Кто ему разрешил это делать? Дальше надо говорить. Златоуст не об этом говорит, не о канонах. Совершенно. Зачем сам ты стремишься в пропасть? Да. Когда кто-нибудь скажет тебе, что такое-то скрывает у себя царскую порфиру, то ты, хотя бы и знал это, затыкаешь уши, хотя бы и мог обличить его,
Ты часто отступаешь и показываешь вид, будто ничего не знаешь, не желая подвергаться лишней опасности. Да. А здесь ты не только не отступаешь, но сам навлекаешь на себя лишнюю опасность. То есть несправедливо и начинаешь разносить молвы. Нельзя этого делать, нельзя. У меня здесь было, мы с ним, кажется, война была буквально 20 лет с настоятелем. Но я узнал, он его обвиняет в нарушении 7-й заповеди. А я вел занятия во всех отделах милиции, воинских частях, на заводах, фабриках, университетах, школах, техникумах. Везде. Я сам сделал расследование и доказал, что это не так. И везде начал это говорить. В течение одного месяца все развеял. Так он голову опустил, не поднимал. Вот и все. Я вышел на защиту в одном числе за него. И мне поверили, а не другим. Подобные слова твои не безответны. Послушай, что говорит Христос. Небезответственны. Послушай, что говорит Христос. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. За праздное, то есть пустое, ненужное. А когда я ему говорю, что почему не крестите? Вода есть, мы сделаем, теплое будет. Ну, не буду я здесь крестить. Ну, тогда поехали в Новосибирск. А там архиепископ Гедеон Докукин договорились и крестил батюшку, он из баптистов, очень знатный такой человек, Борис Пивоваров крестил, он в Академгородке в Новосибирске. И все. Не будем, увещевая вас, говорить худо об учителях, не будем рассуждать о них, чтобы не повредить самим себе. Мы вообще не рассуждаем никогда. Будем исследовать свои дела и ни о ком не отзываться худо. Да. Толкование. Мы священников никаких не знаем, только и наши хорошие, которые мощеные, даже крестят здесь. Толкование на послание Титу 1.4. Есть же нечто другое, что апостол заповедал иметь епископу. Быть непорочен, трезв, целомудрен, честен, страннолюбив, учителен. Дальше. Вот чего требует апостол. Этого следует требовать от начальствующего, а больше ничего. Ты не правее Павла. А тем более не правее Духа Святого. Если он бийца или пьяница, или жесток и немилостив, порицай его, это недостойно епископа. Если он роскошествует, это заслуживает порицания. Понятно, тут был епископ, со священника содрал, и так отсюда его отправили, и рясу отца Павла, и крест все снял, ни за что совершенно. Если же он считал воспитание детей делом второстепенным, заботясь только об имуществе и не имея о них такого же старания, то и поэтому он недостоин священного сана. Так а ты разве не Златоуст разве не осуждает такого? Это не я говорю, он недостоин сана даже совершенно. Это Златоуст говорит, а Павел называет их лютыми волками, говорящие превратно, а собрал с пресвитеров священников, Деяния 20 глава, 29 стих. Кто осуждает? Павел? Если там, где побуждала его природа, он имел так мало любви или был так безрассуден, что больше заботился об имуществе, нежели о детях, то как он может быть возведен на престол епископский и на такую степень власти? С чемоданом денег едут, покупают. Симония! Если он не мог воспитать своих детей, то достоин великого осуждения за леность, а если не старался, то достоин великого осуждения за недостаток любви. Видишь как? Ну понятно, что осуждать не надо, а здесь надо, потому что он не соответствует своему. Это касается и в первом случае, когда он беззаконничает, не учит, никогда, ни одной проповеди не говорил. Пред 5 лет служит и ни одной проповеди не говорит, ни одной нету. Отмахал и сразу все, на машину уехал. Вот показывает по интернету, он задавил людей, 2 задавил, и опять на машине ездит. Он должен немедленно быть извергнут, а епископ его покрывает, покрывает и все. Дальше. Наталья Широкова. Как здорово, что вы есть, Игнатий Тихонович, проповедник Христов, слушаю ваши беседы, как вы их разоблачаете, волков в овечьей шкуре. Мне так хочется к вам в деревню. Николай Веселов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Рассматривая сегодня ваш ролик в Ютубе, мне пришла в голову мысль или идея, почему бы вам не сделать мастер-класс, как переплетать книги и выложить в Ютубе. Может, кому-то это необходимо, и к вам на канал придут новые люди, и через это уверуют в Бога. Ну, это уже много, конечно. Придут, я не знаю. Я переплетчик, реставратор. Я бы мог это показать, инструменты, все. Но это в интернете, я посмотрел, все есть. Все абсолютно есть. А тогда не было, когда я этим занимался. У меня целые курсы были. Дома образовал, конечно, бесплатно. В университете.
я не знаю, наверное, сотню переплетчиков выпустил. И всех старался снабдить всем необходимым. Или деревин, переплетная бумага, накоптал на лесе, что нужно. Надежда Тишли. Миром, Игнатий Тихонович, пишу вам с большой просьбой. Никогда не догадаешься, какая просьба. Не читайте всю ту мерзость, что вам пишут хулители. Я вас очень прошу. Два раза уже прошу. На вашем сайте всегда только о Божьем должно говорить. Вы знаете, когда я слушала вчерашний выпуск, я смеялась с вами над тем, что вам писали хулители. А потом мне сделалось плохо. Я начала скорбеть, начала каяться за то, что смеюсь над грехами других. Это Господь мне открыл. Что ты делаешь над грехом брата своего, смеяхся? Да какой он брат? Говорится, демон в человеческом образе. Христос называет, отойди от меня, сатана. Какой он брат? Что ты уже захватил-то? Ты, Наталья, прямо маленько-то смотри. Какой он брат? Ты поглядел? Нехрист. А сатанелый совершенно. И говорить об этом не надо. Как не надо говорить? Библия обо всем говорит. Лот переспал с дочерями. Ой, не надо говорить. Ничего. Да главное, хрен в огороде растет, баптисты, бабки, они с дедом-то, ой, это нехорошее слово, хрун, давайте называть, совсем уже. А те места, где говорится песня песней, а в другом месте огола, оголива, это сравнивает их. Под каким ветвистым ни деревом ты не раскидала широко ноги? Колчан всегда открытый, стрела влетит сразу. Ну, маленько-то, смотрите, что, блудила до изнеможения даже с изображениями. Все описывается, ничего другого нет. И дальше говорит, у женщины из среды ног ее выходит послед, и она будет одна его есть, и мужу не даст. Даже вообразить невозможно, противно. Сегодня, это написано? Сегодня я на службе не могла молиться, мне все эти слова врезались в голову, какие они вам писали. Игнатий Тихонович, мы и так представление имеем, что вам хулители писать могут. Сердечная просьба, не озвучивайте эту мерзость больше. Пусть на вашем канале, будет всегда Слово Божие, пожалуйста, да спасет Господь Иисус Христос нас, грешников. Спаси Христос за заботу. Заботу. Дальше. Александр Русский. Уважаемый Игнатий Тихонович, как иногда вы стреляете и прямо, как Вильгельм, Тель или Робин Гуд, попадаете в прицель прямо на все 100%. Конечно, мы с вами люди и не всегда во всем едины, но то, что у вас опора Священное Писание и предание, дает вам многие вещи прозреть на все 100%. У Кураева в ЖЖ был пост про лжестарцев. Вот ссылка. Ну, путешествие, да, Сан-Франциско в Россию. Имейте показ. Такое зарядите. А вот эти места. То есть почему-то тут, видимо, в разных местах я уже все выбрал. Какие? Три ссылки. Один сейчас продолжается. Я сегодня прослушал от корки до корки. Потом другой. Об Якиме Парве. Вот дальше. В этом фильме говорится об схерхимандрите Якиме Парве. Скажу сразу, я нейтральный человек и не сторонник, и не противник Якима Пара. Более того, смотрел все его выступления в интернете, но в этом фильме привели серьезные факты. Где этот человек врал, то он одно говорил, то другое. Ну, понимаете, вот для я его вообще не знаю, но я за ним давно уже слежу, как он говорит. Ну, если я скажу сейчас, да, он такой и есть, врал это, то другое. Но не так это. Что он врал? Где-то дата рождения, где-то это все может быть, и к спасению не относится. Я посмотрел, как он выглядит, патриарх настоящий. Это представьте, бросил, все, сюда приехал. А был он в одной юрисдикции, был в другой. Там в монастыре был, от него убежали. Понимаете, это везде есть. Христос остался, не хотите его уйти, 12 осталось. Павел говорит, меня все оставили. Ну давайте, кто ушел у того, к нему прилеплять, Диатрефа к Иоанну Богослову-то. Вины-то я прослушал все, и никакой вины его и нет. Ушли люди, но он живой. Он старается, ищет. И я ничего в нем не нашел противного по Слову Божию. Но когда дальше начали говорить, где он был раньше, и как там идут занятия, медитация занимаются, и там видно, что промасоненное все. Но какое это отношение к нему, когда он оттуда ушел? Вот это мне непонятно. А он там был. Ну давайте Савла будем, теперь он уже Павел стал, а он был, Савл был убийца. И все время говорит, он бандитами был, он одежду бандитов, там, как угодно назови, охранял. Это не годится. С того момента, как он оттуда ушел, от католиков, где он там был, ну какие там собирались католики, кто они, он, и за ним ничего нигде нету. Приехал он в Россию. Ну что, лучше спать? И вот он сказал студентам, вот где слово «клясться», я этого не принимаю, «клясться» нельзя.
Но сказал, кто готов на один год от своей воли отказаться? Да вы посмотрите на студентов, на этих, на семинаристов-то какие они. Приезжают туда, вечер наступил, ну что, пойдем по бабам? Это приезжает оттуда семинарист. Я, говорит, закончил, в попы никогда не пойду. Теперь я посмотрел, что они там делают в семинарии. Он-то не такой. И представьте, у него люди в разных местах везде там занимаются, как он группу образует. Ну подождите, посмотрите, что из этого будет-то. Эти люди уже потеряны, семинарист это волчатник. Волчатник, это мы здесь сталкивались уже не один раз с ними. Ну, я не говорю о всех, но во всяком случае вот здесь, в Барнауле. А что он делает? И главное, я не мог найти, где-то в Википедии никакой нету. Какое у него имя было? Иоаким. Он не Иоаким, это принял. Во-первых, у меня Иоаким брат, а потом Иоаким, а отец Богородицы, Мария Иоакимовна она. Вот это меня как-то привлекает туда. Ну, дальше говорят, что... Более того, в этом фильме говорится, что он засланный казачок, православные круги, оккультными масонскими организациями. Ну, говорят. Ну и что говорят? Ну и что говорят? Говорят, Христос силой князя бесовского Вельзеула изгонял. На Павла говорили, эти всесветные возмутители пришли сюда. Еретиками называли. Ну и что говорят? В нем ничего, нигде этого нет. Он засланный. А почему он в Америке не работает? А то это удивительно. Человек, похоже, слова не знает по-русски, с переводчиком. Он старается. Он видит, какое поле здесь. А что, правильно сделал? Да он решает, правильно, неправильно. Но придирки к нему, я знаю, от кого Дворкины. Это Дворкиных работа. Потому что на фоне вот этого Иоакима Перра все эти миссионерские отделы нуль. Нуль с большим минусом еще. Посмотри, как он идет, как разговаривает, когда к люди к нему приходят, новые люди. Вот тоталитарная секта, это все Дворкин запустил. Да Дворкина этого не было. Вот казачок засланный-то где. А этого не видите. И руководит всеми миссионерскими отделами. Губители раздирает, а он никого друг на друга не натравливает. Если голосовать бы сказали, так я даже и голосовать не стал бы за пару, я знаю, что голосовать-то он и так ведет себя пристойно. Ему там предоставляют там на радио везде выступать, на телевидении. Вот это и удивительно. Приехал с другой стороны, а значит он обладает особой харизмой. Прислушайте, что говорит. Многому можно научиться. Я не его сторонник, я со стороны рассматриваю. А вот Кочергин там за него заступается, они дружки. Ну и что? Заступаться вообще хорошо, но только знать за кого. Вот так. Если бы меня кто-то с ним свел, чтобы можно было поговорить, я бы с удовольствием, с переводчиком. Хотел бы, чтобы вы посмотрели этот фильм и прокомментировали на основании Писания. Схиархимандрит Иоаким Перра очень редко делает ссылки на Писание. Да. Его выступление это просто беседы в стиле «пришел и говорю». Вот так, это я согласен. Это именно так. Ну, православный так и делает, он из ряда их не выходит. Ну, не говорит, потому что монашество это вообще не евангельское устроение. И далее, о чем он говорит, оно не евангельское, но он опыт делает, показывает. Молодые люди начинают работать, трудиться там вместе. Я вот на что смотрю. Дальше. Вы же, Игнатий Тихонович, делаете постоянно ссылки на тексты Писания, каноны, жития святых и на патристику, учения святых отцов. Знаю, что уважаемый православный боец и тренер Андрей Николаевич Кочергин очень остро и гневно отреагировал на этот фильм, ибо у них дружба с отцом Иоакимом Перра. Неплохо. Но в этом фильме были такие факты, что честный человек не может закрыть на них глаза. Никаких фактов я не нашел. А Кочергин, кроме эмоций, фактов не привел. А что приводить-то? Ничего там нету. Ссылается дальше, там половина фильма, где он был и какие люди. Там его нигде нету, он у них не был. А вот там где-то деньги, но если деньги где-то взял, подайте в суд. И все решаться. Это тоже разговор один. Тоже. А почему вы о нем так говорите? Потому что то, что на него говорят, на меня это все говорили. Это по мне. Вот он говорит, ну что против него. На меня это было. Это тоталитарная секта и все. И я знаю как. Они ничего не знают. Вот этот треп поднимает, говорит, пыль до неба поднимут и ничего нету. Его надо здесь караулить, этого Иоакима Перра, чтобы его не обидели. Видишь, раз какие недруги. Филиппов настоящие стихи писал, приехал Всеволод, как на него ополчились, с какой-то женщиной видели, затерли. Ну, Глеб Грозовской куда, посмотри, как педофил, еще ничего не доказано.
Это все коснется вас, если вы это сеете. А я всех призываю молиться за них, за всех обижаемых. Мне это внутренний дух подсказывает. Кто бы ни был обижен, я сразу за него выхожу. Ему трудно. И я не заступаюсь за блудников, ни за каких. Я вижу, несправедливо обвиняют. И за кого я заступался, я могу доказать, они невиновны были. За Чаплина я не буду, Чаплина заступаться. Почему? Он не нуждается в этом. Дальше. Кстати, про это вы часто говорите, про лжестарца, но только в немного другой форме. Да. Уважаемый, вот уважаемый Игнатий Тихонович, хотел узнать ваше мнение, и чтобы вы посмотрели вот этот фильм. Ну, это тот же самый фильм-то. Я посмотрел, и вот, ну, время потратил не зря. Ну, молюсь теперь за Акима Пара, чтобы Бог благословил его, и он ревностный, живой человек, живой. О таких людях надо просто молиться, чтобы их было больше. А куда они не так поведут? Куда он увел? Из церкви увел? В семинарии? Он никуда не выводит людей. Это все обман. Дальше. Фильм вышел на поганом, оккультном, неоязыческом телеканале РЕН-ТВ. Ну еще, мне говорят, а вы брали ярло песни, меня судили когда за это. А это вы знаете, это такая организация. Я говорю, мне какая разница, котел. Меня интересует каша. А что там нарисовано, свастика или звезда, мне все равно. Как они ухватились, ему все равно, что фашисты. Я говорю, знак какой, фашисты. Вы муку-то получали все эти годы-то, канадские мешки-то. Почему не плевались на них, а лопали? И заграничные, что не возьми, то и есть и водка, и шнапсы, и дальше. Но фильм на 90% правдивый. Хотелось, чтобы вы посмотрели, ибо он подтверждает ваши труды про масонство. Да, про масонство мне смотреть не надо. Я 14 лет занимался этой темой. Все, что в мировой практике известно, у меня материал этот вышел. Меня судили за него. А также мнение профессора Алексея Ильича Осипова, что протестантизм создали масоны. Да, так. А также мнение отца Андрея Кураева, что протестантизм вышел из сортира. Вот как. Там расскажут, что... Я знаю, знаю. Нашли это, Мартина Лютера, сортир. А также мнение отца Андрея Кураева, что протестантизм вышел из сортира, и фильм Юрия Воробьевского «Экуменизм. Орудие масонов», да. А название фильма «Престол, ну, вот для антихриста». Это он все прав. Воробьев тут знает, что говорит. Юрий, правильно, абсолютно правильно. Ну, дальше посмотрим мы. Вот. Я не знаю, тут что у меня. Это вот наш листик мой. В моем мире я очень люблю мой мир. Вот так. Ну и дальше зайти, что тут было на форуме. Александр Горохов. Добрый вечер, брат во Христе Игнатий. У меня к вам вопрос. Как правильно, из чего нужно начинать собирать общину православную? Прошу молитв. О, это вообще... Я бы мог сказать, не собрать. Ее надо создавать. Вот у нас, видите, как Бог сделал так, что мы не под властью патриархии, они бы раздавили нас в один день. И дальше, мне открыты были все университеты, я вел занятия во всех отделах милиции, и просто поставили правила определенные, и в нашей общине не разрешено приглашать к себе людей. Это вообще... То есть мы заранее вынесли себе смертный приговор. Ну ниоткуда же нету людей-то. И всех до одного направляем. А бывает, человек возвращается, просится, ну тогда мы с ним разговариваем где-то. Я могу сказать, как я вижу, как понимаю. Зайдите на наш сайт, и там мои книги. И «Открытым оком» 30 томов. И третий том откройте, третий том. И в оглавление сразу пройдите, и там увидите заголовок такой. «Пособие для изучения Евангелия от Марка». Все сказано. Сколько человек, как начинать, как говорить, приглашать священника. Все. И которые места ссылки делает, у нас трехтомник вышел нового за это толкование. По толкованию, смотрите, никаких там клятв не надо делать, никуда из православной церкви не уходить. И будет какая-то небольшая группа, дальше создастся и община. Создать общину практически невозможно. Люди, когда говорят, вот давай переплетное дело откроешь и будет община. Нет, не будет. Это общее. Даже не знаю. Как это так? Они вот говорит, видно, что он не знает этого. Но вот я даю простой совет. Третий том «Открытым оком» и трехтомник Нового Завета. Все указаны места, чтобы читали. Дальше. Ольга, Южно-Сахалинск. Игнатий, мир вам. С
Спасибо за видео посте, которое вы присылали. У меня был другой компьютер, и видео ВКонтакте на нем не воспроизводилось почти совсем. И вот сейчас я посмотрел его наконец-то. Как здорово, что у вас есть такая деревня. Вы делаете такое хорошее дело. Скажите, а она полностью себя обеспечивает? Или взрослые люди ездят на работу в город? Ну, несколько человек было, один уехал у нас. И поехал, у него несчастье там, какие-то он поехал на заработки, на нефтепромыслы. И на машину садился, и там это, за что держался, оторвалось, он упал, и, кажется, сильно повредил бок и вернулся. А так что, скотина за ней ухаживает, среди зимы приезжает, а, живут от сельского хозяйства. Вот, никуда никто не выезжает, я по порядку перебираю, нет, у нас все на месте. Обеспечивают. Вот. У меня свой инкубатор тогда был у Гали, 400 куриц. Другой держит свиней, 100 свиней. У Игоря 36 крупного рогатого скота. Я говорю, а овечек сколько? Он говорит, не знаю. 180 гектар пшеницы, гречку. Он сажает семечки, горох там. Все абсолютно есть. Бери, мели, ешь. Елена Власенко. Помогите, мне на работе. Все стараюсь, делаю. И сегодня услышала свой адрес. Мне не нужно пробовать, мне нужно, чтобы все было идеально. То есть ту работу, которую я не должна делать. Что делать? Как-то сумбурно так пишет, не по. То есть ее заставлять дополнительную работу делать или что дальше? Я развернулась и ушла, не стала разговаривать. О, вот это уж плохо. То есть сами наживаете врагов. Вы постояли, послушали, попросили, может быть, повторить, записали. И вот нехорошо это. Премудрый сверху сказано, при гневе начальника не оставляй свое место. Как... Да. Не выношу. Не выношу, когда врут и вешают работу, которую не должна делать. Работаю на физкультурном отделении. Ну и такая работа, чтобы уже совсем никак. Интересно, у меня брат Павел, он подрабатывал где-то, он подметать дворником. Определенное расстояние. Там второго дворника не стало, и который подошел, ему говорит, ты, Павел, возьми вот этот дом-то там, пятиэтажный. Я говорю к нему, он ни слова не говоря стал делать. Проходит еще какое-то время, и там еще один дом-то, он говорит, Павел, ты бы не взял вот этот дом-то. Он ни слова не говоря, такой безответный-то, а крепкий мужик. Он все работает. А потом пришел получать, а ему двойной оклад. Он говорит, а это за что? Так, а ты же два участка. Да их я просто так взял. То есть он такой простодырый. Послали на Иссык-Куль, во время обеда он там электросварщиком был, вот. Отдыхает, а он идет, травы собирает. Насобирал, приехал, на почту сдал, получил деньги. То есть теперь он, там новый дом-то, который другой дали в подвале, там, начальник говорит, там в подвале, посмотри, там что-то уехали, оставили, бросили, совсем уехали. Там. Он стал смотреть, а там книги, Библии, он ему говорит, а там книги хорошие, все твое забирай, выноси. То есть он чем больше безотказный был, ему больше в руки так и шло. Я это скажу, так и оно и есть. А вы пошли, а поговорили, глядишь, и вторая какая-то работа пришла бы. Сказали, они несправедливо, нужно было доказать, а я презираю их. Неправильно сделала, как ее звать-то? Елена. Елена, неправильно. Надо послушать, что говорят. Помиритесь. Ну и вам же там работать. Ну и теперь смотрим наш YouTube. Вот он, наш видеоканал. Вот здесь все у нас есть. Если вот в этом канале, сейчас посмотрим, нажать главное, вот здесь главная страница, тогда пойдут жития святых. Выставляет почти каждый день один очень хороший человек, мной насчитано в 80-х годах, берет и отдельными уже файлами ставит жития. Слушать не надо, слушать только надо, считать не надо уже. Все как есть. Ну вот, на сегодня у меня почти все. Я хотел отдельно о паре сказать больше. Я скажу, что где он выступал, и что о нем говорят, и как он искал, где был, да он сменил, да от него ушли, да деньги. Я увидел, что ничего этого может и не быть. И он приехал без последствий. За ним не тянется, его не ищут. Его здесь приняли. Но он располагает, у него внешность такая шикарная. Там борода, видел его, нет? Ну вот так, то есть пару этому передайте, скажите, что есть люди, которые к нему очень хорошо относятся, может быть, он выйдет. Мне просто интересно было бы пообщаться с ним. Не узнал даже, сколько лет ему, ничего. Все на этом ролике.